Вот они, дружочки, наши окунечки. Жарю, что-то у меня одна сторона не очень поджаривается. Один хорошо поджарился, а здесь что-то боком сковородка, что ли, мало масла. Ой, видите, хвостик поджарился, а серединка нет. Что такое, что такое? Ну, пускай поджариваются. Хорошие такие окунечки. Все-таки их покупать выгодно. Они мясные. Да, вот так маселка немножко, чтобы на эту сторону попадала. Вот так вот. Пусть жарится.